Книга «Открытым оком», третий том. Вопрос 1101. Взаимоотношения. Духовный отец для новичков не может ли быть кумиром? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ничем другим он и не может быть. И к этому кумиры и направляют свои усилия. Поэтому почитатели их постоянно повторяют. Батюшка сказал, батюшка велел. Батюшка благословил, батюшка не разрешил. Избежать этого возможно только в одном случае. Если священник денно и нощно будет насаждать авторитет Библии и все свои слова подтверждать книгой, главой и стихом Священного Писания. Вот потому православным батюшкам и ненавистна Библия, потому что она их соперник, она их враг, ибо показывает их убожество и развенчивает их непогрешимость и авторитет.